Дорогие сочинцы, от всей души поздравляю вас с Днем весны и труда. В памяти многих поколений россиян у этого праздника короткое и очень теплое название – 1 мая. Это день, когда на улицах и проспектах наших городов проходят праздничные шествия. В едином строю идут люди разных поколений и национальностей. Их объединяют общие ценности – любовь к родине, уважение к труду, стремление к созиданию. Сегодня наш глубокий поклон и особая благодарность старшему поколению сочинцев. Наши отцы и деды создали курорт Сочи. В последние годы наш город получил новый импульс развития. А это новые рабочие места, рост доходов, развитие и процветание. Таков результат нашего с вами большого совместного труда. Время показало, что мы шли по правильному пути, и движение по нему мы продолжим. Желаю вам крепкого здоровья и огромного человеческого счастья. Мира вашим домам. С праздником вас, с 1 мая, с Днем весны и труда.